Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас новый день, новое видео. А я что? А я собралась погулять. Хочу съездить в торговый центр. Так как у нас каникулы, отпуск, есть свободное время, я хочу его провести в красивом месте. Поеду, поснимаю. Надеюсь, еще не разобрали новогодние елки, игрушки, шары. Вот. Поеду, поснимаю, посмотрю, приценюсь. Ну и буду все снимать. Да. Покажу вам. Надеюсь, вам будет интересно, понравится. Поэтому, кто еще не подписан, подписывайтесь, ставьте свой пальчик вверх. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходило уведомление о моих видео. Ну и отправляемся. Какая у нас погодка на улице? На улице 6 градусов и дождь. Холодно, сыро, пасмурно. В общем, одним словом, зима. Я еду с утра. Почему одна? Потому что с утра все спят, все хотят отдыхать, спать. Ну ладно. Мне скучно одной. Вот я еду с утра. Почему с утра? Потому что чем меньше народу, больше кислороду. Да нет, просто свободнее можно поснимать. Не так много народу. Свободные кабинки, если что, примерить, например. Поэтому еду с утра пораньше. Ну сколько уже? 9 часов. Почему с утра пораньше? Как раз приеду, открою торговый центр, и я буду самая первая. Ладно, буду ехать, снимать, не буду за рулем. Увидимся уже там. Приехала. Сейчас. Ну что, приготовим паспорт и пойдем потом закупаться. Для меня вот такой вот браслетик. Теперь можем походить по магазинам, посмотреть, что у нас тут есть.
Вот это да, вот это я погуляла. Постепенно народ подходит, подходит. Парпляцы уже полные все. В общем, набивается коробочка. Ничего я не купила. Так, посмотрела, походила. Приценилась. Ну так, посмотрела, какая мода будет. В общем, сейчас сяду в машину, расскажу дальше. Всегда с собой водичка. В общем, насчет моды хочу сказать, что хочу сказать. Померила я там свитерок, вот показывала. Померила вообще короткий. Ветер дует, задувает. Не, ну реально, он такой... Вообще я взяла не свой размер, вообще XS. Широкий. Ну, опять, наверное, мода идет, это оверсайз. Широкий такой, короткий такой. Тут главное, горло все закрыто, спина все открыта. В общем, не понравилось. Цвет мне понравился. Сама вязка была так приятно, мягко. Мягенький такой. Не, приятный к телу. Свитерок, расцветка, все. Но то, что он такой короткий. И ты выглядишь, как будто подстреленный. Потом мерила безрукавку вот эту вот. Тоже не взяла, потому что... Ну, я не знаю, как будто шарик надули. Ну, вообще, он несуразный какой-то. Но это мода вообще... Вообще нет слов. Такой вот цвет, кстати, был. Ничего мне не понравилось. Так, походила, погуляла, пофоткалась, поснимала для вас. Еще есть, стоят новогодние аксессуары и подарочки. Прошлогодние. Ну, в общем, как-то так. Сейчас поеду домой, посмотрю, что там на обед приготовили наши мальчишки. Саша сегодня должен был варить, кушать. Так что поедем. Ну что, вот такой у нас обед у мальчишек. Значит, спагетти с гуляшом. Вот такие вот вкусные. Но у меня, моя любимая, гречка с грибами. Сегодня она у меня с грибами. Всем приятного аппетита, кто кушает вместе с нами. Ну и, конечно же, чай. Чай, чай, чай. Сегодня у нас будет зеленый чай с лимоном. Такой вот красивый чайничек, а? И еще я насыпала варенье. Вот в эту вот баночку. Тоже купила там же, где и чайник. Она так плотно прям закрывается, хорошо, прям герметично. Вот. Все. А вы любите чай с вареньем? Я вот, наверное, эту привычку оставила у себя с детства. Люблю чай с вареньем. Но еще и с медом. Так, наливаем. А запах какой? Это у нас яблочное варенье. Вкусное. Люблю яблочное варенье. Да я вообще все варенье люблю, которое сделано своими ручками. Ну и чай. Зеленый. С лимончиком. Попробуем. Вкусно. Это мама, которая делала. Вкусно. Все, буду пить чай с вареньем после вкусного обеда. О, давай. Не мешай мне, мне надо снять концовку видео. Попрощаться с моими зрителями. Саша меня все смешит, мешает мне. Все, буду заканчивать на этом видео. Надеюсь, вам было со мной интересно. Посмотрели тоже, как и погуляли вместе со мной, можно так сказать. Кстати, я тут рукодельничаю. Давид попросил меня связать ему следочки. Думаю, ну, попросил, сынок, сделаю. Вот. Ну, а мы уже увидимся с вами в следующем видео. Всем пока и до новых встреч. Но не забываем пальчики вверх.